Зима – это время морозов, снегов и льда. Из перечисленного только лед способен завораживать своими кристаллами и разнообразными формами. Лед как бы заставляет нас остановиться во времени и даже почувствовать дыхание бесконечности. Это холодное ледяное царство кружит нас в небесно-голубой дымке вальса, а сказочная мелодия пронизывает нежностью, которая способна растопить даже самые потаенные, заиндевевшие уголки души. Все времена года свои, плюсы имеют. Иногда мы работали под 50 градусов, да? Но там лед не поддается к обработке, там трескается, не клеится, например, да? Но закаляешь себя своим упорством, и это иногда помогает. 45 градусов. В принципе, работать можно. Привыкли, закаленные стали. Это искусство, хоть и рождается из холодного льда, но оно наполняет пространство неким чудом. Нежным, расплывчатым и даже теплым. И все это творит зима-чародейка, один из главных художников природы. На конкурс уезжаешь, теплые вот эти, по климату, страны, да? У них, например, 10 градусов, они все замерзают, участники, да? Из Африки, например, там, с южных стран, 15 градусов, там они не могут даже работать. А у нас как это бы лето. Тепло там, комфортно, и лед поддается очень хорошо. Обычно работаем по 2 часа, по 3. Греемся недолго, так чуть-чуть посидим и выйдем. А то если там долго сидеть, тело привыкает к теплу и становится намного хуже. Зимой природа проявляется по-новому, раскрывается новыми красками и гранями. Все затихает, только зимняя вьюга по-новому звучит, свистит. Когда работаешь с материалом, тоже должен чувствовать его дыхание. Любой материал даже, ну, живой как будто. Например, в Китае, говорят китайцы, да, из Якутии вот душевные получаются скульптуры почему-то. Ледовая скульптура, как вид искусства, появилась достаточно давно. Ее зарождением мы обязаны китайцам, а точнее городу Харбин. Этот город словно был создан именно для того, чтобы быть буквально ледяным. Примерно в конце 17 века китайские рыбаки, отправляясь на рыбалку, придумали изготавливать и брать с собой так называемые ледяные фонари. В ведре замораживали воду, а после в получившуюся ледяную глыбу помещали свечу. В результате получался практичный светильник для охоты и рыбалки. Возвращаясь с промысла, рыбаки оставляли эти фонари на берегу, а местные дети придумали играть этими фонарями, раскрашивая их в разные цвета. Говорят, именно так зародилось искусство ледяной скульптуры. Сегодня строят целые ледовые города. Благодаря одному из самых сказочных и масштабных зрелищ проводятся целые международные фестивали. Особенно хорошо, когда выезжаешь на конкурсы, на тебя смотрят, и ты на других смотришь, на инструменты, там, как обрабатывают. Ну, каждый год какие-то инструменты уже появляются новые, острые, там, разного типа. Там. Инструменты самое главное. Если инструмент плохой, то и работа будет плохая. Инструменты больше количество времени занимают. Если постоянно точить инструмент. Да. Если инструменты тупыми будут, это все. Вот, например, японцы, у них инструмент очень хороший. Эскизы начертаны на этом, на компьютере. И вот лепят сразу и вырезают. И как бы души нет у них. Так и говорят они.
Душа любого якутского художника ранима и даже обнажена. Если в живописи началом всех начал является цвет, то в работе со льдом, который бесцветен, главное передать именно состояние души. Поэтому эти две стихии, многообразная природа и чувственный человек, являются вечными источниками искусства, которые так трепетно и жадно впитывают в себя последователи. Ну, мой преподаватель хорошо все объясняет, показывает на своем опыте. Мы не раз видели его работы. Работы очень впечатляют. Помогали ему, ну и вот тем самым помогали и учились. Это вот композиция по заказу цирка. Вот, все сами делали, ставили, рубили, выпиливали. Захотели поработать и работают. И мы их только поддерживаем. Прорабатывали все вместе. Кто-то фон, кто-то персонажей. Ну вот так вот вышло. Мастер только подсказывает. Он через 2-3 года уже мастерами будет. Еще услышите их на международных конкурсах. Лёд очень травмоопасный. Она тяжелая, скользкая. Первое время там молодые были, тоже травмы получали сильно. На ноги, пальцы там постоянно падало. И тоже студентов сразу учишь, чтобы как бы техника безопасности, она чтобы была. Николай Петров, известный в Якутии художник, неоднократный победитель и призер республиканских и международных конкурсов по ледовым скульптурам, считает своим призванием все-таки быть педагогом. Будучи преподавателем декоративно-прикладного искусства, Николай Васильевич всем сердцем болеет за своих учеников. Являясь ювелиром, он словно создает из неграненных камней произведения искусства, шаг за шагом превращая еще неопытных студентов в настоящих художников. И в этой нелегкой работе, превосходя различные преграды, главное – не бояться труда, быть универсалом и просто любить то, чем занимаешься. Есть люди, которые хотят учиться. Есть преподаватели, которые хотят этому делу. Да. Наш педагог Петров Николай Васильевич, он известный мастер. Там, и скульпторы есть у нас, это профессиональные скульпторы с академическим высшим образованием. Да. Поэтому сейчас важна востребованность кадров. Да. А насчет сложности, это я бы не сказал, что это они какая-то очень сложная. Они все сложные, да. Но по-своему, да. Его приходится там на открытом воздухе работать, в холодное время, да. Значит, одежду надо иметь соответствующую, профессиональный перечень инструментов, и электрооборудованием надо уметь должны пользоваться, да. И, конечно, огромная фантазия. Уметь должны фантазии свои реализовать в объеме, да. Ну вот эскиз сделали, да, например. Замысел сделали. И надо на лед вот этот замысел полностью как бы отразить. И в полном объеме надо отразить. Например, вот лед большой, да? Сколько-то кубатуры дали. И, например, если ты сделал маленькую вот этот из большого материала, да, это тоже как бы минус получается. В полном объеме надо использовать вот этот данный материал. Любое строительство начинается с заготовки и доставки материалов. Лед в промышленных масштабах на месте не получить. Его заготавливают, вырезая бензопилами кирпичи из водоемов, а затем привозят на площадку. Протоки берем обычно. В этом году, например, да? Снега не было, да, долго. И вот песок ветром замывает этот лед. И когда инструментом работаешь, она сразу тупеет. Бывают такие года. Приспосабливаешься. С одного чердака берешь, чтобы чистая вода была, лед был. А озерная обычно она желтая, чуть потемнее бывает. Тоже структура интересна бывает. Вот ближе к берегу, да, она трескается сильно. От напряжения, если с тамешкой работаешь, там она иногда трескается.
Обычно размер будущей скульптуры больше, чем один блок. Поверхность, обработанная бензопилой, довольно шероховата. Чтобы лед заиграл на солнце, его надо выровнять, сняв верхний слой. Заодно можно добавить различные мелкие штрихи. Когда блоки сами строишь, вот эти, стыки делаешь, самое тут, физически очень затратная энергия. А вот когда творишь, наоборот, силы прибавляются и не чувствуешь ничего там такого. Наоборот, душе радостно получается, когда творишь и получается там. Наоборот, энергию получаешь. Тут тоже с уважением надо ко льду относиться. Ну, любому материалу. Тогда она себе даст, вот, прекрасное сделает. Зима, королева холодных ветров, одержит победу однажды, расстелит повсюду свой снежный покров, и властвовать будет, неважно, что ледяная ее красота, ведь в этом величие царицы. Белесых просторов слепит широта, в которых легко раствориться. Ну, лед тоже капризный, и любить его надо тоже как женщину, гладить, тоже немножко ухаживать, иногда ломается. От природы она такая, кристаллы, говорят, тоже или дает, или отбирает силы. Вот тоже чувствуешь. Когда много работаешь, да, тоже отбирает силы и в то же время дает. Ну, это непонятно, тоже чисто с физической, может, непонятно нам, недостижимо, да. Еще там говорят ученые, что все информация записывается в воде, да. Энергия у него большая, накапливается или забирает, или отдает. Вот так тоже надо угадать. И действительно, сложно угадать характер и настроение льда. Алмазная пыль, как еще называют это явление природы, в конечном итоге принимает вид знакомых нам снежинок. Эти кружевные звездочки все разные, с тонкими лучиками и лепестками, как у самых нежных цветов. Ледяные пылинки, попав в тучу, обрастают новыми иголочками, становятся все больше и больше, превращаясь затем в лед. Соединение кислорода, водорода и холода порождают лед. На первый взгляд это кристальное вещество кажется крайне простым. В действительности же лед скрывает в себе великое множество секретов. Одну из таких тайн открыл африканский паренек Эраст Мпемба. Эта история случилась еще в 60-е годы прошлого века. Стояли жаркие дни, юноше захотелось фруктового льда. Он взял упаковку сока и положил ее в морозильник. Он проделывал это множество раз и потому заметил, что особенно быстро сок замерзает, если перед этим подержать его на солнцепеке. «Странно это», — думал танзанийский школьник. «Неужели, чтобы жидкость быстрее превратилась в лед, ее надо предварительно нагреть?» Парень был так удивлен, что поделился своей догадкой с учителем. Проведенная экспериментальная проверка подтвердила наличие эффекта, но не дала его объяснения. Спустя годы решение этой задачки удалось раскрыть ученым. С тех пор это явление стали называть эффектом Пембы в честь того самого африканского наблюдательного и любопытного мальчугана. На другом конце света, в далекой Якутии, где только-только стало зарождаться искусство ледовых скульптур, о научном факте не знали. Поэтому здесь велись свои эксперименты. Раньше, когда мы не знали, да, в холод там, курьезные случаи были. Например, водой заливаешь холодный лед, 40 градусов, например, да, мороза, она трескается, не клеится, например, да. Мы не знали. И потом какой-то мастер пошутил, что водкой надо разбавить.
чтобы клеилось. И водку покупали там, разбавляли и этот, пробовали клеить, да? Оказывается, надо холодной водой, чтобы перепад температур не было, клеить надо. Ну, обычно теплая погода, она хорошо клеится, не трескается. И когда тонкие делаем, мы ждем, даже прогноз погоды смотрим. И тонкое, когда тепло становится, мы клеим. А вот грубые, большие глыбы, можно и на холод клеить. И раньше вот пробовали феном там клеить, и вот, например, да, гладить, когда не знали, утюгом пробовали. Но она сама природа, вот когда стамеска делаешь, гладкая, она как бы воздух сама гладит. Она блестящая становится. Лед можно друг к другу приклеить, используя вода, воду. Ага. Не обычную воду, а вот из по этого же льда воду. Если простую воду сделать, то она желтая станет. Лед потеряет цвет. И до сих пор мы учимся. Как работать там, на других смотрим. Все живое в зимнюю пору приспосабливается к холоду через тепло, через любовь. А иначе не выжить. Не зря в стихах поэтов про зиму так часто можно услышать рифмы или созвучия понятий «снежный» и «нежный». Это некое интуитивное ощущение родства понятий каждому приходит по-своему. Вдохновляет дети, например, молодость, озорство. И, конечно, любовь, наверное, тоже. Каждый мужчине есть любовь, да? Они создают красоту в соответствии с окружающей средой. Ледовую скульптуру, да, каждом учреждении отражает это учреждение, да. И они масштабу, по смыслу, по содержанию, по образу соответствуют этому, да, предприятию, учреждению, да. Вот и гармония, да, воплощенная. Ледовой скульптуре, да. На мой взгляд, теория гармонии, да, сейчас основная, да, для воспитания нового поколения. В гармонии с природой нужно жить. Мы тоже ведь частицы мироздания. Умом, душой и сердцем мир любить и радоваться каждому созданию. Травинке, что трепещет на ветру, снежинке, что на лицах наших тает, росинке, что на листьях поутру, нам бисером жемчужным взгляд ласкает. Любите пенье птиц, журчание рек, людей, зверей, погоду, непогоду. Себя любите, вы ведь человек. Вы родились в гармонии с природой. Не обрывайте трепетную нить, не поддавайтесь злой и темной власти. Любите все, любите просто жить. Любовь всегда приносит людям счастье. Ближе к природе, наверное, наши предки были. Вот заготовка даже у льда, вот, ну, чувствуют. И постоянно рыбачили, охотились. Ну, с природой как бы на «ты». Черпаешь тоже вот это от силы, от природы. Когда долго не выходишь на природу, в лес, уже как-то неуютно себя чувствуешь. И вот когда древние истории, археологические и так далее, факты изучаешь и так далее, да, то прошлые тысячелетия, они становятся, приближаются к мне. И я ощущаю их, это древних охотников, да, древних это коллег, которые расписывали там столбы вот эти, да, древние петроглифы расписывали несколько тысячелетий назад, да, я их ощущаю, да. Мы об одном и том же думали. Вот чувствую вот сопричастность к этому, да, истории и современности, да. Поэтому это очень интересно даже, очень интересно. И вот и трансформирует время, и сознание трансформирует, да. И я это все хочу, это пытаюсь объяснить нашим студентам, да. Вот это тайны времени. Современный мир, он становится более агрессивным, информационное поле мира единое становится, все более взаимовлияние, культура усиливается, да, и поэтому окружающая среда меняется. Как сохранить свою мысль, да, вот как народ, этнос и так далее, да, чтобы только изучая прошлое, да. Вот не зря, наверное, говорили мудрецы, что изучив прошлое,
можно творить настоящим, да, тогда и передается этап, сохраняется, да, передача будущего, да. Это не консервативный взгляд, да, а фундаментальный, я бы сказал, взгляд. И действительно, не зря древнекитайский философ Мо Цзы говорил, что на основе прошлого познается будущее, на основе ясного познается скрытое. Особенно познание окружающего мира во многом происходит через произведения искусства. Они показывают нам что-то необычайно красивое, что мы сами часто не замечаем за рутинными делами и заботами. У нас нет времени остановиться и посмотреть на мир по-иному. Но художники делают это за нас, и нам остается только восхищаться тем, как вокруг прекрасно. Обычного человека надо только слегка направить. В этом и состоит сила искусства в непосредственном и непринужденном воздействии на человека. А я считаю, что мы не очень-то большое население имеем, да, коренного населения, да. И поэтому мы бережно должны каждого мастера относиться, да, творцу относиться бережно, да. И поддерживать их, да, в будущем. Потому что они огромное значение на самом деле выполняют, да. Главную роль играет учитель. Красоту показывают. Вот, например, когда они очень красиво рисуют, ребенок все равно хочет, втягивается. Когда я повзрослею, я тоже то хочу так сделать, например, да? Или вот сейчас я так захочу сделать, вот как он делает. И также вот по этому призванию у меня тоже вот преподаватель. Даже маленькому проценту, если я дам жизненный вот опыт или там что-нибудь на правильный путь поставлю, вот это уже хорошо получается. Они изучают процесс обучения, всю вот это этнографический материал, там исторический материал, да. И вот это в результате этого свое видение образуется, да. Вот в эпосе то же самое, да. Начинается любой эпос, начинается с описания времени, пространства, да. Вот эта мудрость, которая не зря, наверное, это было, потому что вот начало происхождения мира и так далее, да, должен знать каждый человек вот между, как говорится, да, прошлым, думать о прошлом, и тогда будет настоящее и будущее творить, да. Природа одарила Землю двумя основными гранями – теплом и холодом. В первом есть буйство красок, а во втором – красота вечности. Наверное, поэтому зиму называют сном Земли, сном природы. Все в это время года замирает и ждет своего часа. Часа пробуждения и рассвета, солнца и весенней капели. И в этой природной цепочке перерождения живем все мы, люди Земли, ждущие некоего возрождения, дающего нам ощущение покоя. Придет час, и завораживающая своей чистотой зима, окутанная в белоснежные и ледяные одежды, уступит место чему-то новому, не оставив в сердцах места осколкам льда.